Сегодня мы приготовим картофельное пюре с зеленым горошком и телятиной. Для этого нам понадобятся 3 небольшие картошечки, 5 стручков гороха и 70 грамм предварительно перемеленной телятины. Картофель с горохом очищаем и моем. В зимнее время можно использовать свежезамороженный горох. Погружаем в кастрюльку и варим в течение 15 минут. В картофель с горошком добавляем детское молоко, доводим до кипения и делаем пюре. В пюре добавляем оливковое масло и все это перемешиваем. К перемеленной телятине добавляем желток. Перемешиваем. Формируем маленькие тефтельки. Провариваем тефтельки 20 минут и добавляем к пюрешке. Приятного аппетита вашему малышу!